втором терпит одну неудачу за другой. Вот и в этом туре предпоследнем у себя на поле горняки проиграли динамовцам Киева. Футболисты киевского «Динамо» в белой форме. Первый мяч забил Саленко. С мячом горняки Стельмах. Потом счет стал 1-1. Хорошая атака. И первый свой мяч высшей лиги забил 17-летний Ребров. Евсеев делает хорошую передачу. И Ребров хорошо играет. 1-1. Вы бачили все. Матовмаленко был. Ну а потом отличился еще один молодой игрок, вышедший на замену. Правда, он вышел на замену в составе киевского «Динамо». Илонов помыляется. Сергей Заяц. Быстрая атака. Защитники, полузащитники «Шахтера» как не очень и старались тут мешать. Грицина 2-1. Киевляне также продолжают борьбу за бронзовые награды. Гострый кут был. Поруч был захисник Василь Евсеев, но все ж таки...